привет, у нас утро, раннее утро, 6 часов утра. Летим мы в Колорадос. Ну, летим мы не с Орландоса, а летим мы с Форта Лодердейлоса. Билеты на 1000 дешевле, но придется 3 часа ехать. С утра жена не покормила. Сил еще нету. В общем, пакуемся и едем. В общем, был перевес по чемодану здесь. Пришлось вот одеваться во все зимнее. Ну, как говорится, парк осенний ломит. А сейчас пойду сдавать. Бэк сдавать. И будем лететь мы в Денвер, в Колорадо. Говорю, что у меня еще билеты распечатали. Я говорю, что у меня есть. Ну, в телефоне. Она говорит, не надо, мы тебе напечатаем. Такие билеты. И что? Все, летим в Денвер. Аля улю. У нас еще есть время. Есть время. Сейчас пойдем где-нибудь, короче, перекусим. Мама кофе попьет. Пошопимся. У Лизы карта есть с деньгами, поэтому будем сейчас на все ее деньги шопиться. Ребята, знаете, кто с нами летит? Дядя Игорь с нами летит. Здрасте, здрасте. 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 Молодого-то? Да, давай обнимаем. О, какая. Какой Игорь. Да. Ничего себе. Добрый вечер. Приятно смотреть, когда кто-то роется в вещах теперь. Да, да. Это точно так же мы рылись только что. Ну, живой. Давай, обувайся, Игорь. В общем, ребята, мы долетели. Сидим в самолете уже минут 30. Сколько еще сидеть, без понятия. Игорь собирается. Игорь! Мы в Денвере едем на снег. На таком метро едем под землю. Ехали с Игорем и с девчонками на вот таком вот джете. И мы приехали за машинкой. Сейчас должны ее найти, пофоткать. И берем машинку. Так, наверное, вот такой вот наш. Сейчас будем взламывать. А, он открытый даже, прикинь. Нет, ты не закрывай его, да, теперь надо проушенную эту снять. Блин, все замерзло, просто все замерзло. О, это плохо. Попробуй ты. У меня руки задубли, блин, капец. Не получается? Капец. 2 hours later. Всем здрасте. Обзор дома. Игорь, как тебе дом? Я вообще в восторге. Да. В общем, тут мы сразу выходим, и у нас сразу снежок. Там наша бибика стоит. На улице минус 20, или может больше. Медведи ходят. Дверь закрываем. Подожди. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Water closet. Так. Ничего себе кровати тут. Здесь что? Типа вы здесь будете, да? Хорошо. Рации есть. Да, о, слушай, класс. Да, будем переговариваться с Игорем. Что тут у нас? Внизу что-то еще есть? Да. Да, сыграй нам приветственную. Ничего себе. Там выход на улицу есть у нас. О, здесь телек. Здесь тоже ванна. Здесь такая тоже большая кровать. Ну, классно. Ребята, посмотрите, какая красота. Наша арендная машинка. Вчера ночью здесь приехали. Капец, заехали к соседу. Соседы с пугами, с пистолетом. Ну, здесь оружие тоже разрешено. Блин, просто класс. Супер погодка. Деревья какие красивые. Мне воздуха не хватает в горах, капец. Задышка страшная. Высота у нас где-то сейчас 9000 фит. Это 2700-2800 этих метров. Так, здесь вон какая-то машинка есть у него. Верандочка классная. Ну что, плохо снегом замело. Надо будет попробовать расчистить вот это сейчас. Тут есть гриль у нас. Баллон там есть. Надо будет сейчас все убрать и попробовать растопить. Это тоже есть выход. И вот второй этаж. Сейчас попробуем это все поубирать. А вот тут, кстати, можно костерчик сделать. Тишина просто кайфули. Вон горы. Класс. Ну, заходим. Ножки струшим. Игорь у нас сегодня на хозяйстве. Игорь делает
мяско. Привет. Как называется мяско, Игорь? Какой-то тонкий Нью-Йорк стейк. Понял. Аленка там пиццу делает. Так, сейчас запускаю дрончик и пойдем посмотрим дом. Это бездорожье. Мы вчера сюда, кстати, заехали. А он решил закрыть уже. Да, закрыл, чтобы никто больше не заехал. Трава, кстати, у него можно подвинуть для этого. Да. И камина ночью. И патронов постоянно. Редко. А у нас тоже патронов куча. Капец снега, да, накидал? В общем, едем. Асфальт дымится. Я не знаю, какой они солью посыпают. Ну, это просто шок. Сейчас минус 9. Вот как может при минус 9? Теперь минус 9, асфальт дымит. Опа-на, какая горушка. Передушки хорошие. Рампа вот. Кто-то залетал уже. Залетый. Сегодня Игорь у нас пилотирует транспортное средство. Блин, сзади подъемник. Так хотелось бы покататься, но не в этот раз. Погуляем сейчас по Вейлу, вот мы приехали. Здесь такие разные интересные вообще здания, постройка такая интересная. Здесь, по-моему, за 5 ночей, чтобы здесь поночевать в гостинице, надо отдать около 7 тысяч долларов. За 5 дней 7 штук, да, надо отдать? Да. Кошмар. Ё-моё. Ну реально вообще не видно конца. А съезжают вот потом по этим горкам. Вот так люди могут посидеть, погреться здесь. Греет настоящий. Алена, иди погрейся. Да, вот. Ресторан. Виниры. Прикольно. А вот смотри, какой домик здесь. Ух ты. Это ресторан. Это рестик. Офигеть. Ланцелот. Папа, Лиза, Лира едут вместе. Вот так вот собираемся. Сейчас будем. Да, сейчас будем кататься. На вот таких вот бжиках будем сейчас ездить. Тут ветер такой. Вот такие вот полярисы стоят. Вот наша банда идет. Только что на горку там поднялся, спустился, он мне говорит, типа, катайся здесь, туда, типа, и есть. Ага, я поняла. Ну, типа, мы пока здесь, да? Ага. Guys, stay down right here. I'm gonna go use the restroom. I'm gonna go to a tree. We will when we come down. Last part that it's this open with all the peaks right here, so feel free to get some pictures real quick.